Дорогие друзья, из-за увеличения работы мы переносим обучение на третьем потоке школы регрессивного гипноза Argo VP2 на февраль 2023 года. Приглашаем на обучение всех тех, кто проходил у нас чистки, биополя и встречи с кураторами, а также учителями или своим высшим я. Количество мест в группе ограничено. После обучения будет 1 месяц практики. По вопросам обучения в школе обращайтесь к нашему администратору Ольге. Контакт Ольги стоит в описании к этому видео. Мы на месте. Мы приветствуем Кирилла, интересуемся, готов ли он к проверке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Хорошо. Я даю команду на счет 3 сканер сканирует пространство над головой Кирилла, под ногами, 360 градусов вокруг него. 7 тонких тел Кирилла находит все. У него на шее такое кольцо неоновое. Избитые энергии. Один канал. Кольцо в клетке. Кольцо в клетке. На счет 3 выстраиваю канал к ответственному, притягиваю его в клетку тюрьму. Командует. Отлично. Снимаются все маски, голограммы, гуманоид представляется гласно своему эфирному коду ДНК. Гуманоид. Откуда это гуманоид? Откуда? У вас что, дома нет или что? Путешествую. Не слышу. Путешествую. Путешествую. А что это за кольцо на шее человека? Очень мягкие у него энергии, голубые нравятся гуманоиду. Закольцевал он его, заземлился. Хорошо. А что, не было никаких вариантов у него противостоять тебе? Своими защитами, закачками, энергиями, меркабы? Ты не видел там меркабы в его биополе? Не видел манифеста? Видел, но кроме этого видел и неуверенность. На сколько процентов из 100 это неуверенность, на твой взгляд? Это размытое понятие неуверенность, понимаешь? Он показывает внутреннюю пустоту. Внутреннюю пустоту, понятно. Хорошо. Сколько ты дней сидел в его биополе? 5 дней. Хорошо, еще что-нибудь находится в его биополе на твоей чистоте? Кроме этого кольца? Нет, я заземлился. Что значит заземлился? Это как означает? Что это означает? Заземлился. Это кинул значит... якорь. А, в матрице этом... земли. Понятно. 5 дней. Включаем внутренний белосвет Кирилла 1, 2, 3. И на счет 3 Кирилл выдавливает из себя все негативные патогенные энергии, а также энергии, находящиеся на чистоте этого кольца. 1, 2, 3. Энергия выдавливает все негативные патогены. Эти энергии формируются перед Кириллом в шар. Они, знаешь, не формируются в шар. Они уходят по каналу назад к этому кольцу. Вот неоновые как. Энергии, да. Отлично. Выдавливаем все до последнего микрона. Готово. Большой шар? Или что? Или ничего не осталось? Все ушло туда? Нет, оно все вернулось к этому кольцу. Отлично. Даю команду на счет 3. Кирилл сделает импульс высокой вибрационного шока удара, отстегнет от себя все каналы к гуманоиду и его подключкам. 1, 2, 3. Удар. Отлетает каналы. Получилось у него? Да. Он в ладоши хлопнул. Правильно. Открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И эти каналы улетают на переработку, закрывая, печатывая, растворяя. Посмотри, пожалуйста, сколько энергии нужно Кириллу и какая частая вибрация. 320 и 25. На счет 3 в макушку головы Кирилла начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Пустоты заполняются. Частота вибрации поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Когда он сказал «пустота внутри», он имел в виду сила воли и намерение, которое вот сейчас энергией закачивается. Оно как уплотнение должно быть внутри, которое видят интерференты. Вот этого уплотнения они не видят. То есть они не видят именно намерение. Мощи манифеста и понимания его до конца. Не видят намерения, не видят
серьезностью этого отношения. Понятно. Мы можем только это передать Кириллу. Кирилл, вы это слышали? Он слышал, он учтет. Хорошо, отлично. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо. Ли, я прошу тебя выйти на связь. На связи. Я приветствую тебя. Ли, посмотри, пожалуйста, гуманоид Ута 5 дней сидел с кольцом. По твоей части отпускать заберешь. Добро пожаловать, путешественник, заберем. Он так и сказал, да, путешественник он. Благодарю тебя. Хорошо. И для освоения... Отлично. И... Да. Ему очень важна гармонизация. Он не должен забывать после закачки делать гармонизацию энергии. Хорошо, Кирилл. Это команда, которую я сказал, синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. И в этот момент вам нужно представить, как эти энергии распределяются по чакрам, все по своим местам, синхронизируются с вашим биополем, возможно, что-то ощутить на физическом плане. Это все. Момент длится пару секунд, и вы, в принципе, синхронизированы. Все так просто. Вы поняли? Да, он понял. Он будет стараться визуализировать это и внутренне укреплять. Это верить в это надо, верить и визуализировать. Когда-нибудь вы это все увидите. Хорошо. И для освоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Кирилла в систему биоробот душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой звеньке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Я здесь.